Еще один из экзотических грибочков, который точно берут только единицы в России. Это мухомор серо-розовый. Аммонита рубестенс. Вот он действительно похож на мухомор. Ну, он и с одного рода. Обсыпочка, все. Единственная вот особенность какая. И вот если... Вот я сковырнул немножко эту кожицу. И она, мякоть стала розоветь. Вот он еще называется краснеющий. Мухомор краснеющий. Вот. И вот здесь вот видно очень хорошо по ходам червоточин, он тоже розовеющий. Вот. Гриб съедобный. Причем именно вот съедобный. Вплоть до того, что можно есть его сырым. Ну, как-то я не решаюсь. Хотя видел на видео, как там микологи поедают это, показывая всем, что это очень такой. Вот. Ну, вот особенность. Особенность такая. И вот ножка, посмотрите. Ножка тоже розоватая. У ядовитого мухомора, пантерного, с которым можно спутать, вот ножка белая. И нет вот этих вот краснеющих, краснеющей мякоти. Она всегда белая, чисто белая. Ну, он, конечно, отличается. Если вот найду сегодня, покажу. Вот. Но вот этот гриб идет во все тоже виды. Ну, не знаю, мариновать, правда, не знаю, насколько это интересно будет. Но вот в жарении, во всяком случае, прекрасно в суп идет. Вот. Причем, повторюсь, гриб съедобный. Не нужно отваривать. У него есть вот свой какой-то особый вкус, аромат. Вот. Сегодня у нас 17 сентября 2015 года.